На часі актуальне інтерв'ю і важливість розмови сьогодні, і пояснювати не треба. Тема пандемії без перебільшення у всіх на вустах. Жодного випуску новин чи навіть звичайної побутової розмови уже рік не обходиться без слів «коронавірус», «ковід-19», «карантин» чи «епідемія». А тепер ще й вакцина. Моя гостя Ірина Анатоліївна Андрієва, експертка з епідеміології Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації. Пані Ірина, я вас вітаю у нашій студії. Добрий день. Тим більше, що не вперше вже зустрічаємося в цьому форматі. Тема дійсно непроста, але обговорюють її всі та скрізь, і здебільшого, ну, на жаль, не фахівці. Хочеться внести у потік інформації розумне зерно і допомогти нашим глядачам розібратися. Отже, на якому етапі зараз пандемія? Пандемия продолжается. Вы правильно сказали, уже год человечество решает эту проблему, но до сих пор, к сожалению, не нашли ни одного лекарства, которое может справиться с вирусом. Лечение только симптоматическое, то есть людям помогают справиться с симптомами заболевания, у кого больше, у кого меньше. Единственное, что мобилизовало мир, это производство, мир на производство вакцины. Поэтому разные производители сейчас предлагают много вакцин, уже их больше десятка, потому что, по примеру, гриппа, поняли, что лечение – это проблематично, а защита всех от этого вируса вполне реальна. Поэтому сейчас очень востребована вакцинация и вопросы вакцинации. Правительство заявляет уже не первый раз о том, что в начале марта, конец февраля – это третья волна нас нагребает, и она будет значительно сильнее, чем предыдущие. Что, как специалист, можете сказать? Я, как эпидемиолог, могу сказать, если проследить по распространению других вирусных заболеваний, они всегда двухволновые. Это конец осени, начало зимы и весна. То есть, как бы, ничего нового здесь нет. Третья волна, это если мы берем прошлую весеннюю, а в истории коронавируса. По сезонности это вполне закономерно, то есть здесь ничего случайного быть не может, нам известно это. Единственное, что уже достаточно много известно о распространении других разных вирусных инфекций, мы эти волны, подъемы убрать не можем. Но путем внедрения определенных мероприятий мы можем снизить интенсивность этих волн. То есть они будут, но не такие высокие. Если говорить о том, что коронавирус мутирует или нет, что скажете? И насколько сильно, если да? Ну, любые вирусы приспосабливаются. Когда вирус попадает в популяцию людей, люди сопротивляются этому вирусу. Соответственно, вирус ищет возможность остаться в этой популяции. Это закономерное явление не только для коронавируса, а и для других вирусов. Поэтому обращать внимание только на это нельзя. То есть мы понимаем, что вирусы разные, что они могут мутировать, но мы понимаем и то, что мы можем предотвратить попадание, допустим, вируса в организм, развитие заболевания, мутировавшего, не мутировавшего, какая разница какого, но есть инструменты, которые позволяют это сделать. В начале коронавируса в странах Европы, в США достаточно большое количество в процентном содержании было летальных исходов. Украина в этом плане, ну, тьфу-тьфу-тьфу, хочется даже постучать, правда, не по дереву, но нас как-то это обходит. Хотя все равно мы в сводочном режиме изо дня слышим о том, что от осложнений умирают украинцы. Почему именно вот такая вот резкая разница в цифрах между европейскими странами, Америкой и Украиной? За счет чего? Ну, я бы не сказала, что у нас мало умирают. У нас тоже люди умирают. Но, с другой стороны, я не могу быть, скажем так, уверенной, но, возможно, разная трактовка показателей, статистика и так далее. Поэтому, если, допустим, в Италии, мы знаем, учитывали всех, допустим, человек там, как осложнение, тромбы образовались, у него инфаркт, но перед этим был ковид. Его как от коронавируса записывают, и у них очень высокая летальность, поэтому у нас могли записать как инфаркт, допустим, то есть впоследствии
коронавирусные. Поэтому здесь могут быть еще закрадываться и статистические показатели, но если давайте не брать статистику, а оглянемся вокруг, у каждого из нас уже кто-то из знакомых, из коллег, допустим, у медицинских работников, это обязательно, мы знаем лично людей, которые умерли, молодые, продуктивные, и дальше бы жили и радовались, и работали. Для меня это показатель, а не цифры. Вакцина индийская, не индийская, сертифицированная, не сертифицированная. Что можете сказать про AstraZeneca? Можно пока не про AstraZeneca, а вообще про вакцины. Вакцины – такой же препарат, как, допустим, какие-то лекарства производят. Но лекарства для лечения мы уже после того, как человек. Вакцины для профилактики. Но все равно это в любом случае это препарат. Препарат, который проходит стадии изобретения, испытания. И если клинические испытания показывают его безопасность и эффективность, разрешается для использования. Поэтому я бы хотела, чтобы все понимали, что если вакцину рекомендуют, значит, она уже прошла все абсолютно необходимые стадии и совершенно готова к использованию. Индийские вакцины были и до этого. Весь мир прививается индийскими вакцинами, потому что они не в Индии изобретены, они в Индии произведены. Там большой, достаточно мощный очень завод, который производит разные вакцины, и очень много. Потому что с эпидемиологической точки зрения вакцина хороша тогда, когда она доступна. То есть можно изобрести вакцину за $1 миллион. Можно спроса ее все, не будет. Может и спрос, может три человека сможет привиться. Но можем мы 95% людей привить этим? Нет. Значит, нам она должна быть доступная, достаточно дешевая, и ее нужно много произвести. Для этого нужны большие площади. Нашли такие площади в Индии, поставили завод, он сертифицирован. Изобрели эту вакцину европейцы, а производят в Индии. От того, что они там производят, она имеет еще индийский хвостик, скажем так. Поэтому это не просто какая-то вакцина для индийцев или вакцина, сделанная индийцем. Это вакцина, произведенная на территории Индии. Много доводилось читать, а вы меня поправите, если это не так. Любая вакцина требует определенного времени клинических испытаний. Того короткого промежутка времени, что от начала выявления коронавируса до изобретения вакцины и сейчас уже запуска в массовое производство и вакцинирование, достаточно ли? Потому что у нас не было выбора. Это вынужденная мера. Это вынужденная мера, нам нужно спасать человечество. Мы не знаем, куда дальше пойдет этот вирус, его нужно до того, как он, может, еще что-то произойдет, с ним справиться, не дать ему дальше распространяться. Поэтому пошли по такому пути. Я еще хотела сказать, что мы должны понимать, что мы живем в 21 веке, в 2021 году, и уже совсем не такая наука, как в прошлом веке, когда начали массовое производство вакцин. Вакцины изучаются, проводятся научные исследования, вакцины производятся безопасные. То есть если вот сейчас говорят об этих РНК-вакцинах, векторных вакцинах, это вакцины совершенно безопасные. То есть ведутся новые разработки, которые позволяют вводить вакцину, чтобы она вызывала иммунитет, но не вызывала никаких осложнений и реакций. И так как нам нужно спасать человечество, пошли по пути ускоренному. Но все этапы, все необходимые требования были абсолютно соблюдены. Есть ли противопоказания для вакцинации? Для вакцинации противопоказание всегда только одно. Реакция на предыдущее введение вакцины. Нам эту вакцину никто еще не вводил. Поэтому у кого какая реакция, мы еще не знаем, хотя мы пока не прочитали, что именно на вакцину какая-то была реакция сильная. Поэтому, когда вы вводите вакцину, допустим, родители, вы то все родители, у всех детки, вы идете делать вашему ребенку вакцину. Вы имеете право и должны прочитать инструкцию к вакцине.
Точно так же и коронавирусной любой вакцине. Вам предлагают вакцинироваться. Вы пишете информированную сгоду, и вам разрешают, и с вами обсуждают, можно вам делать и нет. Можно делать или нет, написано только в инструкции в вакцине. Многие говорят о том, что если ты уже переболел, был подтвержден официальный диагноз коронавирус, то не стоит вакцинироваться. Ваше мнение? Это многие считают, вы хорошо сказали. Есть мнение, есть факты. Я свое мнение могу высказывать дома, а сейчас, если я эксперт, я оперирую фактами. Факты говорят о том, что иммунитет после перенесенного заболевания не длительный, поэтому даже есть случаи, когда люди проверили себе после того, как переболели, через полгода иммунитет, и его уже не было. Но это в частном порядке, скажем так. Поэтому по рекомендациям по применению вакцины, даже после того, как вы вот переболели и вам стало уже хорошо, не надо ждать никакого времени, можно прививаться. Откуда взялось это через какое-то время? Вакцины дефицит в мире. Поэтому решили, что нужно привить сначала тех, кто ни разу не болел, а те, кто переболел, как-то вот еще на своем естественном иммунитете протянуть могут. Но по технологии, по применению, по рекомендациям, если человек переболел сразу же после того, как он выздоровел, можно делать вакцинацию. Почему так медленно вакцинируют в Украине? Вот цифры, ну, какие-то смешные. Здесь тоже много всяких причин. Я бы на месте украинцев информационно помогала медикам, которые проводят вакцинацию. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения поставила требование, чтобы когда они вакцину нам поставили, а мы вошли в эту программу COVAX, да, то проводили все необходимые, как во всем мире, мероприятия. То есть персонал должен быть обучен, оснащен, и место для вакцинации подготовлено, и вакцины должны храниться, и логистика перевоза быть подготовлена. Поэтому в Украине, вот давайте возьмем Днепропетровскую область, у нас создали 9 бригад, да, как в принципе, как я с коллегами общалась и в других областях, и выучили только по одной бригаде из области. Вот сколько может сделать одна бригада? Ну, максимум 100 инъекций они за день могут сделать, потому это физически и так далее, и логистически. Когда у нас будут все бригады задействованы, научены и оснащены, и логистически транспортировка, в некоторых областях даже сопровождают полиция, потому что везут, а пробки, да, то есть или другие там моменты. Поэтому, когда будет возможность реализации этих мероприятий больше, тогда у нас и охват будет больше. То есть эта вакцина, в принципе, есть, но быстро ее сделать, ну, мы еще только в начале пути пробуем. Когда все наладится, конечно, это пойдет быстрее. Питання пов'язане з звичайними, так званими, заходами безпеки. Миття рук, провітрювання, носіння масок, що ще можна додати, аби підтримувати себе у формі і не, якщо немає зараз можливості, принаймні вакцинуватися. Я би призвала всіх бути відповідальними. Да, ви одягли маску, да, ви помили руки, а вдруг ви болієте? І пішли в люди. Тобто я от зараз вокруг в магазине, в транспорте слышу, что люди активно начали кашлять. Вот не было. Вот если вы кашляете, если вы чувствуете, что вы заболели, ну не ходите никуда. Вы понимаете, вы террорист, вы убьете кого-нибудь. То есть кто-то заразится от вас, поболеет, выздоровеет и выработает вместо вакцины естественный иммунитет. А кому-то это может быть смертельно опасно. Поэтому здесь на первый план, помимо мытья рук и ношение масок, естественно, это соблюдение правил. Нужно иметь ответственность за себя
и за ближнего, скажем так. Поэтому я всех призываю, как мы в начале пандемии призывали весной, осенью, летом, всегда. Если у вас симптомы заболевания появились, а сейчас, если симптомы респираторных заболеваний появляются, рассматривается все как коронавирус. Потом дифференцируется, может, что-то другое. Оставаться дома, быть на связи с семейным врачом и решить, больны вы или нет. Если нет, идите потом, пожалуйста, куда вам надо по делам. Если вы больны, пожалуйста, оставайтесь дома. Вот уникаты контактов – это единственный железный принцип, который работает. Но если мы социальные люди, и мы имеем контакты, у нас всегда есть риск, что рядом с нами окажется источник инфекции. Я призываю, если вы источник инфекции, оставайтесь дома. Этот принцип никуда не ушел. Достаточно часто тоже мне, как журналисту, приходится слышать такую информацию, что медики, болея, имея диагноз коронавируса, идут на работу и работают. Я не знаю, не могу вам ничего ответить. Я не стояла рядом с этим медиком, я не главный врач, поэтому и медики такие же люди, их тоже надо призывать в первую очередь к ответственности, если такое буває. У нас залишилася лише хвилина, але найважливіше, що б ви хотіли сказати усім глядачам 9 каналу? Я би хотіла всім посоветувати бути ответственними і довіряти. У нас зараз в обществі дуже великий дефіцит довіри. Довіряти спеціалістам, довіряти тим, хто знає глубоко, допустим, медицинские вопросы медикам доверять, если какие-то вы садитесь в самолет, да, вы не думаете, как заправился там этот самолет, каким топливом он заправился, в Индии это топливо сделано или не в Индии, поэтому точно так же и здесь. Доверять и ответственность, еще раз ответственность за свою жизнь, и таким образом вы еще и кого-то спасете. Дякую, что нашли змогу и завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Ірина Анатоліївна Андрієва, експертка з епідеміології Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про коронавірус, COVID-19, карантин, епідемію і, власне, вакцину. Чи слід вакцинуватися? Ну, принаймні для себе вирішив, що обов'язково це потрібно зробити. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і безпечних вам вихідних.